Всех приветствую на своем канале. Хотел бы разобрать такой частый вопрос. Выкармливает ли Романовка троих или нет? Вот у меня катилась тройня, и уже 7 или 6 дней. Вот. Она их всех приняла. Это не первокотка. Вот. И получается, молока не хватает, к сожалению. Именно у нее, хотя это хорошая овца, у нее вес был 65 килограмм до окота, я имею в виду до покрытия. Так вот, двух ягнят она спокойно выкармливает, но третьего приходится подпаивать. Вот у нас вот этот пятнистый, он подпаивается, вот, потому что он слабее вот этих. Ягнята родились крупные. По 2,5 килограмма, были, да, есть под 800, три ярочки все, вот. Вот он подошел ко мне, он ждет от меня молока, потому что у романовской овцы, к сожалению, на троих не хватает. Вот. Что бы хотел сказать, если вам нужно быстро развести овец, то романовские овцы — это самое... то, что нужно. Но если вам нужно именно качественный продукт, то можно выбрать другие породы, которые рождают по одному и выпаивают одного. Но романовская, как для размножения, это самая лучшая порода, я смотрю. Потому что у них рождаемость от 2 до 4 ягнят. Стабильно. Вот. И, кстати, почему-то от них получается больше ярочек, чем баранчиков. Но это у всех по-разному, у меня именно так. Так. Также еще плюсы романовской породы — это то, что у них не большая шерсть, то есть у них тоненькая шерсть, если сравнивать с мериносами. Минус, конечно, это породы — это шугливость именно этих овец. Они шугливые. Если брать дорперов, то они шугливые. Кстати, вот эти ягнята — это F1, то есть от дорпера. Чистопородный дорпер покрывал эту матку, поэтому эти ягнята крупные. А так бы у романовских овец, мне кажется, они были бы поменьше. Вот так. Но мне эта лично порода нравится, мне не составляет труда собрать одного ягненка и подпаивать его. Вот. А кому нужно без заморочек, можно выбирать другую породу. А это те, кто хотят быстро размножить отару овец, тем эта порода очень сильно поможет. Потому что это очень плодовитная порода. Но по выпойке я вам сказал, что троих ягнят, к сожалению, полноценно она выпоить не сможет. Это ягненок ко мне все время бежит.